Маска природы в закатную явь смотрит почти сукоризной. Клен отвечает: меня обезглавь, листья зависят от тризны, чтобы сходить в неминучем огне и воспарять над душою. Слышишь, душа мировая во мне или вовне, я не скрою той укоризны, с которой листва смотрит в рассветную гибель. Может быть, этим она и права, кто его знает. Могли бы, как воспарять наши души порой, и возрождаться от ветра, кто его знает. Кто помнит листвой, весь ты укрыт без ответа.